Еще одного медвежонка-сироту привезли в Центр спасения. Новый подопечный прибыл из Новгородской области. Из-за угрозы гибели животного, оставшегося без матери в малом возрасте, было принято решение передать его в руки тверских специалистов. Совсем крошечная медведица Сигалеток из Новгородской области стала для Центра спасения медвежат-сирот 17-м постояльцем. Ее привезли представители Комитета охотничьего хозяйства и рыболовства и передали тверским специалистам по всем правилам. Ветеринарное свидетельство, да, надо, конечно, осмотрели его из комитета, да, нашего. Девочку назвали Нелюшкой по названию населенного пункта в Новгородской области, близ которого она и была обнаружена. Пока медвежонок весит всего 4 килограмма, но аппетит у нее хороший, значит, в скором времени прибавит несколько килограмм. Также у нее отмечаются и хорошие физические способности. Нелюшка уже привыкла лазить по деревянному тренажеру. Через некоторое время после поступления она была объединена с кировскими медвежатами Лалой, Лехой и Мирным. В этом возрасте малыши не очень охотно принимают новичков, но, к счастью, знакомство прошло благополучно. Медвежаты уже вместе играют, лазят на тренажеры, либо спят друг с другом. В ближайшее время Нелюшка и кировские медвежата познакомятся и с остальными подопечными центра.